Чё, я Вася, мне можно. Угу. Погнали! Так, у них там чё, есть этот центурион? Ура! Наконец-то. Не, у них нет центуриона. У них этот, как его, завоевать. У нас чё, абстерга, что ли, нынче? Ну, у нас мы ассасины. В атаку, мои воины! Ты где? Ты уверен, что мы ассасины? Чё-то я слишком быстро бегу, я чё-то не понял, чё за бред со мной? Иди сюда, я тебе шлем покажу. Сука, на тебе, сука, я бегу к тебе на помощь. О, шо? Ох ты. О, Самыч, Самыч, пошел отсюда. Уйди. Так, круто. А, я совсем, забыл боевку. Я тоже забыл боевку. Я не включил контра, вы начал как долбоёб просто с... А я так постоянно делаю. Ау. Гонаться? Меня раскидали. Я лежу как бомж. Я лично на С. На С? Окей. В общем, знаешь, что там в новом режиме ассасины и тамплиеры? Зона С потеряна. Ты на одну сторону становишься, у тебя есть предводитель. За ассасинов ты за ЭЦО, а этот за тампов. Вот. Слушай, меня тут сейчас мочат, типа. Борджа. Я бегу. Я убегаю отсюда. Я валю. Ты шутишь, что ли? Я валю. Эй. Воу. До свидания. Он слился. Молодец. Идиот. Воу. Воу. Давай, спрыгивай еще один. Давай, ну. Ау. Ау. Окей. Поднимаюсь. Косой. Ай, косой. Только он со своим щитом. Ау. Ау. Fuck you, нига, fuck you. Fuck you. Слил или нет? Меня? Нет. Пошел! Вот теперь да. Как тебе помочь? Поднять. И уж я только что сделал. Посмотри на шлем твой, девиз. Не хочу. Надоел. Не хочу. За тобой выехали крабики. Показывай свой шлем. Блять, иди ты че, ты какой-то жожа долбанный. Че? Зачем на меня трупак скинули? Я это видел, типа видел. Ой, сейчас Самыч будет подниматься, да? 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 Там пацана тупо взял, скинул, да? Да, я видел. Наших мочат на мне все равно. Сюда. О! Ой! Пошел отсюда! Да ну не меня! Ау! Энергии нету! Отбегает! Ему дали ярость! Отбегает него! Надо его забивать! Нужно его забить! Надо его скинуть отсюда! Бей! Да не бей его, блин! Да я его скинул! Пошел отсюда! Все. Че так долго энергия нынче восстанавливается? Вы захватили зону А. Да ладно. Нам Б надо чем-то. Я знаю. Я сейчас буду спрыгивать туда. Возможно. Вася. Вообще на С надо защищать нам. Прыгай! Молодец! Просто я это видел, мне понравилось. Неудачный ассасин. Пока, Самыч. Слушай, да что тут за нубы долбаные? Иди сюда. А, у них Самыч как бы этот, бот. Да не бот, я только что скинул игрока. Не, у них Самыч бот. И второй тоже? А у них два Самыч? Да. А. Тогда нет, второй человек. Пошел отсюда, рыцарь. О, нет. Иди. Завоеватель твой, иди сюда. Ой, кто быстрее? Есть. Смотри, я слился. Есть. Я слился. Молодец. Что еще сказать? Я слился.
Ща устроим битву на подушках, где он... О, здрасте, до свидания. Пошел отсюда. Слушай, да чего они там падают все, ё-моё. Ты видел, как я его скинул? Неуклюжие какие-то самураи тут нынче. Слышь, ты видел, как я его скинул? Нет, я видел, как просто... Я вот постоянно вижу, как там постоянно кто-то падает. Это я. То я кого-то скидываю, то ты и скидываешь. Это я сам. Я одного пацана просто ударил в лицо, и он сам упал. Так понял, я такой вот так вот бью, потом в бок, и он такой летает, типа, ну ок, чё. И я полетел. Поднимается там один. Окей, не поднимается. Поднимается. Я что-то забыл, а как ставить тут вот эти вот спецфигни? На 1, 2, 3, 4, как там, использовать добилки свои. О! Мы дали только ярость. У него гнев, а у меня энергии нету даже убежать. Окей, меня замочили. У меня энергии не было. Слышь, а тут типа что, можно если ты кнокнул, то можно и убить еще потом, добить типа. А ты что, не помнишь уже? Этого не было вроде бы раньше. Было. Нифига. Добивающие удары, бро. Забыл? Не, просто я так понял, что он тебя сначала положил, нет. А потом добил. Нет. Это добивающий удар. Ух, нифига себе. Вовремя я капкан поставил. Это я вовремя бежал. Увидел это. Слушай, он задолбался своим. Да вы надоели мне уже. Ложите, оставлять без... Да пошёл. Всё. Застилил у тебя. Всё, нормально. С захвачено. Бегу отхватывать. На С есть кто? А я что-то не понял, а где вот та способка, что типа я копьем всех сносил? Да! Ну сейчас она, может быть, недоступна. Она-то доступна мне постоянно, но меня наш самурай забил. Именно что на... Пошел отсюда. Дебил, пидорас, мизантроп. Еще один самыч полетел отсюда. Ой, там этот, плохой человек. Но. Давай, беги за мной. Беги, давай, молодец. Окей, он скатился. Хорошо. Моя... Это не выйдет. А не, я могу его... Сейчас прыжком убить, но я не буду. Поли ебало противника. Я не буду рисковать и спрыгивать. Потому что он далеко уже. Ну и не надо. Понял, когда начал слушать Дом Ветров. Все офигенно. Я спрыгиваю, ребята. Победа. Стоять, мелкие козлы. У меня 8 кило. Пошли отсюда. Три самурая и одна маленькая. Че, неплохо? Да. Зато втащили. Да. Ой. Самое главное. Так, что мне дали? Ненужная мне... Фигня. Так, шлем пошел отсюда. Пошло отсюда. Почему у меня язык не меняется нормально? Не знаю. Шлем выдали, круто. Никому не нужный. Но я лично готов. Готов. Пойду-ка я разберу шлем. Хотя не, мне потом надо будет пойти пооткрывать кейсики. Мост в святилище. О, да. Это японская карта, да? Окей, узрите китайоса! О, норм тема, если честно. В каком смысле? На бусе. Валька. Рыцарь. Бот. И у нас это вождь, Ороте, Валька.
и самощь. А что-то у них Валька не очень, как по мне. Да у них вообще никто. У них никто нормальный нет. Ну, вот этот вот что, кто он там, рыцарь, он может быть более или менее. Ну, может быть. Но меня навряд ли вкачат. Слышишь, это как я только что в дуэлях сидел. В общем, я еще 20-й левел был, да? Сейчас я 21-22, в общем, сижу. А мне пацан попадается 3 раза, просто один и тот же, левела 3-го. Wow. Из этих 3 раз он меня вроде только один раз слил. Я помню, как была одна карта, я на дуэли ходил, когда еще была карта, где тупо понял, залазишь на лесенку. И там, ну, типа, можешь спрыгнуть на врага. Ну и, короче, я постоянно этим пользовался. Вот этот там жирный, который тут есть японец. Он тупо, он внизу бегает, хочет меня сбить, но я постоянно на него прыгаю и убиваю нафиг. Прикольно. Вау, опять эта графика. О! Слышь, а чё мы пираты какие-то? Я чуть не это понял. Это ассасины-пираты, это Assassin's Creed 4. Йо-хо-хо и бутылка рома. Бежим вперед. Рядом со мной камушек еще упал. Вас это не смущает? Нет. Я помню эту карту, офигенно. Тоже помню. Прыгаем! Я прыгнул. Так, хуже, ловим ублюдка. А ну сюда. На бусе, на бусе. Иди сюда. Иди сюда, ороте. Давай. Подошли, а ну. Слушай, что-то у них реально валькирия вообще. У них все нубы. Кроме рыцаря. Ну да. Только я его не вижу. Да уйдите вы. А чё, ассасины нынче против ассасинов дерутся, да? Не знал. Я не знал этого. Я отвечаю, они какие-то нубы. Валькирия, стоп. Что-то. Валька, на бусе Валька, еще сюда, хуже. Сюда. Ага. За тобой на бусе бежит, я за ней бью. Давай, ты ее забирай, я вас жду. Да блин, стой! Она тупо за тобой бегает. Она сзади. На мосту. Пошла отсюда. Ага, спрыгнула. Молодца я за тобой. Ого, не попал, Диана. Мне не помогать. Я сказал, не... Слушай, уёбок, просто с тиммейту уёбок, сейчас я его забью. Угу. Так. Я тупо за набусе сейчас бью. Ты че, не тиммейты, а дебилы какие-то. Да чем блин, скид... я догнать не могу. Догнал. Всё. Ой, а за мной рыцарь бежал. Ой, а там еще и Валька бежит. Ну да. А чё? Тебя убили? Да меня там рыцарь зажал. Это слышь, я бегу за набусе, ее забил, потом оборачиваю сзади меня рыцарь. А, рыцарь сзади меня уже. Окей. Блин, у меня энергии нету. Ё-моё, меня тут жмут. Сука. Лал, слился. Да меня там зажали 4 или 3. На тебя не похоже. А? На тебя не похоже. Кажется, не только я там слился. Да. У меня есть идея, что я сделал. Оп! Блин. О! Все, минус Валька. Ты ее скинул? Нет, я ее воротами убил. Не повезло. Ага. О, а ко мне сюда викинг, да, сейчас подниматься будет? Берсерк, да? Ну окей, поднимайся, давай. Один на один устроим бой. Не, один на один тут не будет, увы. Не стилить, не стилить, я сказал. Слушай, может... сюда иди. Сам иди. Ладно, я продолжу свою тактику. Валька, привет. Блин, нафига я нажал, ладно. Ну иди сюда. Иди сюда, шмаль тупая. Спускаемся вниз, так твою дивизию. Мочи всех.
Ой, а кто это там сзади меня бежит? Yes! Кто это такой? Пентакиль. А кто это такой? Не подходи сюда, даже не смей. Я его все равно убью, забрал. Поэтому. Может быть, не будете меня тут бить, просто на свету лоу хп типа. Да я тоже. Типа. Вы захватили солнце. 8 киллов всего-то лишь, блин. У меня энергии нету. Ну, на часть. Запусти! Нек. Пошла это. Сливайся давай. Уже. Есть, я великий воин. Великий? Ты не знаешь, что такое величие. Здорово! Факил, рыцарь, факил. Эй, а, знаешь что? Пацаны, ловите. Идиот! Кто? Просто пацан упал. Так я ему помог. Это я его своими стрелами завалил. Ох ты, ё! Подымай его. А только мне тут... Всего 10 киллов, неплохо. Знаешь, как он упал? Я свои огненные стрелы вызвал, и он такой, типа... Ви эту хрень. Ловлю. Стоять. Стоять, я сказал. Ты не пройдешь. Хватай, дуру. Окей, мы захватили их точку. Противник. Окей. Сейчас. А вот туда сам обей. Ау. Братиш. Иди Паш. Сюда. Давай. Хоба! Молодец! Умница просто. Ой-ой-ой. Просто умница. Тихо. Молодец. Красавчик просто. Очень красавчик. Ты тут тупо поставил капкан прям перед носом у этого, и он сбился. Вау. Нет на бусе. Сейчас ты сольешься. Я легендарный воин. Японии. Давай, я... давай, сзади, давай, мочи. Я Набунага Ода. А вы должны разбегаться в страхе. Пошли отсюда. Ушли. Ударь его. Он чуть меня забьет. Есть, круто. Все, мы победили. Я лучше тебя затащил. 11 киллов. Как и у тебя 11 киллов получилось. Но я все равно лучший игрок команды. Че, неплохо так. Слышь, когда вернулся For Honor после долгой отсутствия. Моя любимая гарда, ну... Мне сейчас нравится вот эта, с которой я хожу. Знаешь почему? Но. Она необычная, а вот это по вот это абстерга ихняя, это понял? Я выбил есть. А также на викинге что-то такое есть. В общем, вот эта рукоятка, сейчас скажу, как называется. Рукоять тамплиера пирата. Ясно. Нормально, да. И комплект еще... премиум еще один открыть. Я еще что-то выбивал себе, наверное, не помню. Вроде на викинге что-то. Знаешь, что я так подумал? Ну, я эти контейнеры оставлю, когда прокачаюсь до более высокого левела. О, нет. Что? Что такое-то? Ты не видел, какая карта сейчас будет? Какая? Увидишь, поймешь. А что за карта? Наша нелюбимая. Это как именно? Это вот та с воздушными островами, что ли? А, возможно. Время за викинга поиграть. С крутым топориком. Слышь, Ир, как там в радуге дела? Киваем. Просто, понимаешь, киваем, и школьники мне мешают. Yes. Меня сегодня, понимаешь, вот смотри, остаемся я, один человек из моей команды, и Блэкбирд вражеский.
Ну я же за конвейеру такой лезу, типа там, чтобы его слить в дырку там в стене. И тут получаю пулю, угадай от кого? Ну? От нашего. Нет, от нашего, который хотел слить того Блэкбирда, чтобы типа получить первое место, но под конец его кикнули. Молодцы. Правильно сделали. Факт в том, что смотри, он меня слил, Блэкбирд в это время хотел меня слить, но слил его. Молодец. Просто, если бы так, то я бы затащил, ну или он бы его уже добил. А так... Пацан просто... к успеху шел. Именно. Но я в следующем раунде и отыгрался, я его в начале боя еще убью. Кстати, там еще какой-то из вражеской команды было дело, начал гнать на меня, что я нуб, типа. Ну. Типа, эй, ты там нуб, не можешь попасть, ничего. Короче, забегает он в комнату, моментально от меня из пекаля в бошку получает. И кто нуб, да? Кто? И, это... и у него, понимаешь, вот смотри, у меня 9 киллов, я первое место в нашей тиме. Ну. Он забегает, и типа, перед этим он написал, что я нуб. Ну. У него 0 киллов, 5 смертей. Ну, так. Молодец, нуб. Я такой думаю, кто из нас... В смысле, это нелюбимая. Я на ней люблю играть на этой карте, ты чё? А чё это за мумии абстерговские? Я чё-то не понял у нас. Там пираты! Атакуй их! Сивс! Каптан! Я, кстати, смотрел, в 2020 году должна выйти Battle Royale про пиратов прямо на кораблях. Я себе уже это представил. Здрасте. Мне повезло только что. И тебе одному. Уже один килл есть. Вау. Я вижу, почему тебе повезло. Здрасте. Ау. Ай, за мной вождь бежит. А, нет. Бежал. Окей, сейчас мост порубим. Да хватит меня бить в спину, ублюдки. Я мост рублю, они не пройдут. У меня маленькие вот эти боты, уроды, они мне тупо взяли и бросали. Посмотри сейчас на меня. Я не хочу. Я мост рублю. Я типа слился. Не, ну ты можешь вроде посмотреть через киви, если А что ты там делаешь? Я мост рублю. Как это делается? Способка. Ты забыл? Оп-оп-оп-оп-оп, давай-давай, надо там этим помешать, ё-моё. Надо помешать ублюдкам. За викинг. С топором. Забыл, как это делается? Нет, не забыл. А почему я его ударить уже? Да сука, хватит мои удары отбивать. Ага, вот, в морду получил. Давай, всё. Пацаны, бегите быстрее. Ну, зона А, пробегай. Давай. Ха, минус 40, тупо. А мы оранжевые или какие? Да, мы оранжевые. О! Стоп, набежит отомстить. Сюда, вождь! Пэш! Ау! Окей. Минуту, вождь! О, косой! Кто там умер? Я. Но я ему нанес там. Смерти удар. У меня мало хп было. Ой. Может меня подымут? Нет, забудь об этом. Давай, беги сюда. Ну подымите меня. Вождь слишком туп для боя со мной. Наша тема слишком тупа для этих целей. Для каких? А, я вижу, для каких. Просто ты бы видел, что сейчас произошло. Ну? Вождь, короче, решил на меня напрыгнуть сверху, промазал к херам собачьим. Ну? У нас точку захватывают. И кто это? Это был Берсия.
Вороти, даже не думай. Хоть я тут и лоу хп, но я тебя убью. Ох ты, блин, да. Слышь, да я вообще какой-то тащёр в этой игре нынче. Сук, дебил долбанный. Поднимай, иди. Идиот. Ну что, как падение прошло? Кто меня скинул? Я скинул. Сейчас я тебя, блин, убью. Иди сюда. Тебе даже твой топорик не поможет. Давай. Как же мне, конечно, кому-то помогать, я тут постою. Ой, сзади меня Орати тут тусит. Давай, забегай туда. Ой, а кто это тут у нас такой красивый стоит? Подожди, у меня есть идея. Надо немного порубить мозг. Ау! Не-не-не-не-не, скидывать меня не надо. Блин, я так шарнул. У нас захватывают точку на команду. Зона С потеряна. Именно ту, от которой ты убежал. На команду. Вот. Молодца. Они в капкан попали. Я видел. Я набил. Плохая идея, но... Вороти меня отомстить пришла. Думала, что у хпшного меня сольет. Давай. Пацаны, точку С захватывают. Я пока поконтролирую. Лошары. На никого нет пока. Тут как бы то нужна помощь, знаете ли. Да, но я смотрю, чтоб на них не пришел. Вороти нет. Слушайте, вот я понятен. Молодца, минус один. Где вся тьма бродит постоянно? Просто-напросто. Но я точку А держу. Слышь, как будто, смотри, играешь в игру, блин, один в команде нормально играет, и три долбоеба еще есть. Ой-ой-ой, меня сейчас хочет. Побьет. А, лол. Прокосил. Знаешь, они долбанные нубы, они, блин, сливаются от меня в одиночку. Да. Я их троих могу забить одновременно. Но у них вождь. Чётко. Вождь, ты уверен? Он мимо меня прокосил и, короче, не сдох. Ну, это ты, блин, к нему еще сюда и берсерк на помощь пришел. Так я против них двоих крашу, ё-моё, Вась. Ну, это Валька. Хороший аргумент. Вы иди захватили сюда. Зону А. Вороти. За самый чай я их могу побить. Но... Зона А потеряна. В принципе, из-за этого викинга могу, но, блин, вождь жирный. А этот быстрый. А вы чё с... И пока Хальдар будет там это... Чё у нас такая донная тема? Ну, блин, ну ответь мне на этот вопрос. Пошёл отсюда. Ой. Побежали, слышь, побежали некие люди захватывать точку. Ха-ха, ё-моё. Я валю. Ты серьёзно? Да. Ты от него сваливаешь? Ну, у меня энергии не было, когда он меня бил, алё. Как я его буду бить? Алёша. Пошли отсюда. Алёша. Пошли отсюда. Ай, ладно. Энергии нету, ё-моё. Энергии нету. Свой рыцарь. Оглушено. Ты ничего тут не замечаешь, как в боевке за Валькирию, не? А что такого там? Не знаю, Креру, я тут только что втащил их всех с точки С. А, здравствуйте. Берсерк, ты тут что, пришел поднять кого-то? Вот и я так думаю, что лучше не надо. Че был за ультимейт блок? Так. А, к нам поднимаются, здрасте. Вождь! Пошел отсюда! Ау! Энергии нету! Слава.
сваливай, сваливай, сваливай. И ты тоже сваливай. Вождяра. Чё? Спасибо, Орк. Вы серьезно? У меня энергии не было. Ну, слава богу, вы его забили. Вау. Да не бейте вы меня, ё-моё. Лучше отойдите отсюда все. Да. Моё. Слушай, я лучше пойду в соло поиграю где-то. Окей. Не знаю, пойду в радуге выберу антитеррор в соло. Да ё, сзади. Он промазал. Ой. Вы наступаете. Вы серьезно? Ладно. Кто-то он слезает. Противник сломлен. Да вот то. Меня поднять могли. Ну ладно. Меня слили, прикинь. Я видел. А то у меня 16 килограмм. ГГ вам. Когда передумал. ГГ. Открывать врагов. Ау. Возьми себе какой-то быстрый класс, пожалуйста. Не знаю. Серьезно, блин. Ты что за кулак ярости? Ау. Это была самая глупая идея, я тебе скажу. Сейчас сам. Как я застрял рукой в забор. Поздравил наших с победой. Это что за дичь, брат? Говоришь, быстрый класс? Угу. Есть. Только не Вальку. Есть у меня одна идейка. Да не, Валька это дичь ходячая. Уверен? Да. Уверен? Да, мой класс лучше. Не знаю, что там дичь ходячая. Но ты сам все видишь. Не, я ничего не видел. Да там все лишь 16 киллов, что бред какой-то, да. Да я за самый чем больше делаю. Ой, не пизди. Не, я отвечаю, я больше за самый чем делаю. Ну если бы вы тут не стилили, не ходили и меня бы не добивали, то тогда окей. Ты говорил быстрый класс, да? Давай, покажи мне, давай. Чё это за хрень? Чё, это берсерк, что ли? Да. Блять, слушай, ну нафиг, я уже понимаю, что этот бой слит заранее. Хотя посмотрим, как ты за него играешь. Но может, я еще за... все удастся. Но ты забыл, как я за него играю? Ну посмотрим. Кстати, надо будет его себе взять тоже потом. Но для этого мне надо, блин, бабла куча. На берсерка 8000, на шаолине 15. На мана. Блин, мы слились. У них все ноби. И чё? А, ну да, он меня контрит просто, знаешь, так. Он всех контрит, поэтому мы слились. Но меня он контрит лучше всего. А не, с синоби... Нет, с ним все будет сложно, кажись. У него 20 какой-то левел. Угу. Но мне больше всего нравится тот последний. Тот да, кто? У них это... у него 40 какой-то там, да. Это гладиатор, да? Сам ты гладиатор. Это или кто-то... завоеватель. Я не помню, как их там называют уже. Завоевать. Но факт в том, что у меня 51-й. Левел. У Вальки? Да. Ну и я ее еще буду прокачивать, типа, на высокую скорость атаки, типа, понял?
Чтобы да. тыкать в лицо, блин, этой зубочисткой. Да, я понял. Кстати, на Синоби надо будет вдвоем идти, так что... О, мы пираты. Якорь вам всем в... Ядерный калаш вам в трюм. А, изи. Подходишь. Ты чё делаешь? Надо, чтобы враги бежали, а ты их воротами бил. Нафига ты это сделал? Нафига уходи отсюда? Да прыгай давай. Серьезно? Я спрыгнуть не смог. Нормально. А, здрасте. Я здрасте. Я подожду. Пусть есть Синоби прибежит. А, сзади, сзади. Чё? Да чё за ёбаная хрень? Какая? Вот да, это вот. Фух. Да не Синоби какой-то. Ну, я бы не сказал, он сразу же меня вырубил нахрен, когда прибежал. О, наконец-то я спрыгнул. Эй, эй, эй! А ну отошел от моего друга! А ну отошел! Шо тебе? Брысь! Фу! Если бы ты видел, как это выглядит. Иди пей свое саке у себя там, не знаю, в своих халабуде. Нате! Не-н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 е! Фу, брысь, блядь. Он не понял мою команду, он не кот оказался. Как легко слиться. Ты просто видишь, что там происходит? Да. Давай! Блин, не успел. Ладно. Вперед. Сейчас будем пытаться. Там на точку я вижу, кто-то идет. А, Синоби! Настя! Настя! Вау. Ногами неплохо так дерется. Давай, забивай его. Да у меня энергии нету. Забивай. Энергии нету, забивай. Отойди, ёба. Да отойди. Подожди. Проблема. Здесь этот захватчик. Ёба. Или как его? Он меня скинул. Ага, хотел меня скинуть, дебил. Зона А потеряна. А ты где находишься? Там, где надо. Где именно? На зоне, блин. На какой? На центральной. Ты понимаешь, что у нас А захватили? А я центр хватаю. На команду. Опять на А прибежал. Кто? Синоби. Задолбал уже с этим Синоби. А, у вас там двое, сами справляйтесь. Я тут вам чё, блин? А мы тебя зовем? Ты только что звал. Нет. Я спасибо, тебе... боты. Я тебя не звал. Помоги. О, нет. О, ну. Но. Но. Fuck you, Синоби. Блин, он своим... Хотела скинуть, он но своим дымком отбегает. Тащим. Так, ладно, мне тут делать нехрен. У меня есть другая задачка. Здрасте. Вы захватили зону С. Давай! Да что? А, все, все, завалил. Тут воротами снова, молодцы. Бегу так, что... Нафиг. Что с этой командой не так? Не знаю, вы где, что? Вижу. Мы далеко. Я вижу. Сейчас. Да дайте мне пройти, тупые миньоны. Ты уверен, что ты хочешь пройти? Да. Я думаю, что не хочешь. Опа. Ой, сзади. Всё плохо. Я это видел. Меня скинули. Ау. Синоби. Качай. Догнал меня. Ладно. Я тут на ступеньке полежу. У нас А еще не хапанули, не?
хайпанут, не переживай. Я лично буду А сторожить. А уже, наверное, и Б. Все плохо, у нас Б нету уже. Угу. Обе сюда, сюда, сюда. Стой. Так, тихо. Где там? Подожди, тут какие-то... Блин, они меня втроем бьют. Вась, Вась, ё-моё. Так. Тьма, о которой можно было только мечтать. Баухала. Ща, это тьма, о которой можно только мечтать. Да я вижу. Вот подошел бы ко мне кто-то. Я бы спрыгнул. Мечтай, ё-моё. Ну давай. Пацаны, ну. Это ж весело. Слушай, а ну-ка, отойди от меня, Ирод. Давайте. Лень, как я за вас болею. Давайте, пацаны. Подними меня, поднимите меня кто-то, а? Вот так просто прилег неудобненько. Я на лыжах, не мешай. Наконец, кто-то поднимает. Игорь, я на лыжах, не мешай мне. Посмотри на А. Слетал, как его завалишь. Я тут на лыжах. Ах ты, Ирод. Этот хрен меня столкнул вниз. Ага, и ко мне бежит теперь. Ну, что это за Наруто только что было? Не знаю. Ну мы их сломали, все. Ау. Может мы хотим бить просто. Ау. Я без энергии. Продержишься там секунд 5? Не знаю, без энергии вряд ли. Так. Все, время на лыжах постоять. Плохо только то, что нас мид забрали. Хорошо. Так, ага. Слушай. Надо будет перенайти нормальную команду. Это просто какие-то дебилы. Нет, ты хоть кого-то видишь там, не знаю, на миду том же самом? Вот и я не вижу. Я лично стою, жду, пока кто-то под воротами пробежит. Ну, факт в том, что сейчас закончится время боевого духа. И все, и будет все плохо. Так, чё? Кто-то... Где? Ага. Вижу. Ну, блин. А, ладно, кого не было. Сюда иди. Нифига себе, мы его тут... Месили мы его, в общем. Ты больше по мне попадал. Пошли отсюда. Благо, что у меня щит есть. Так, 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 а ну постоять. Своего спасти. Но, увы, это у нее не выйдет. Тебе помочь? Как хорошо ты только что по мне попал. Так, а где последний? Я что-то не понял. Ага, вижу. Хапает нам что-то? Ага, вижу. Да ну, он слитый уже. Верно. Ир, лыжи! Ку делается? На F. И на G. Так, сейчас надо будет перестать заходить в бой. Единственное, что у меня вопрос, нафига берсерку маска? Ну... ИЗ. Чтоб морду не поцарапали. Как бы... Не знаю, да.
Я в карте мира выхожу. Да ё-моё, дайте мне. Можешь спокойно посидеть, у тебя там времени еще много будет сейчас. Пока я тут буду настраивать. Шлем пошел отсюда. Хотя, ладно, я его улучшу. Вот это потом будет разберу. Так, анимация. Ага, не могу посмотреть. Ладно. Так, все, я теперь могу нормальную анимацию, да, посмотреть. Спасибо. Это две. Так. Так, особые позы. Так. Че это такое, блокировать любые атаки захватом? Неплохая. Вообще фигня, но не. Так, эмоции рыцаря теперь. Так, так, так. Типа, если его вкачать, ну нафиг, как говорится, разобрать, утвердить. Это тоже. Ой, блин, зачем я его улучшил? Разобрать. Не, не улучшил. Слава небесам, блин. Так. Так, я опять забыл, что дает это кошачье это. Я понял. Так, какой у меня там выбран? Нужно будет перевыбрать. А пока что ничего достойного нету. Ну, добивающие удары. Ох. Нет, тоже нет. Так. Теперь вот это вот дерьмо надо разбирать. Так, разобрать, подтвердить, этот шит тоже разобрать. Так, викинг, это тоже разобрать. Персонально, добивающие удары. Быстрее звук это... Ага, у меня вообще что-то не то вкачано. Чего? Она теперь звонит, говорит, да это то, что ему это. Ты тут? Это я у тебя спрашиваю, ты тут? Да. Блин, что это дает? Ну я смотрю сейчас эти добивающие удары, что я потом буду использовать. Так. Да нету смысла качать, и вот это вот будет смысл качать. Все, описание.
Блин, я буду, короче, смотри, я сейчас буду ждать фиолетовую броньку и все. Шлем. Знаешь, какое здесь есть офигенное это? Какое? Добивание. В общем, ты такой... называется оно «Что ты ищешь за самурая?». В общем, ты ему руку отфигачиваешь, да? Он такой смотрит, типа, где она, ты мечом показываешь, вон она, и он такой, типа, а, спасибо, я пошел. И падает. Круто. Мне это напомнило этот. Вот кидал я тебе или нет, типа руку тоже рыцарю отбили. А он такой стоит до сих пор, это, типа, пытается убить этого. И он такой, слушай, у тебя руки нет. Он такой, бывало и хуже. Блин. Надо будет посмотреть этот фильм. Снова. Бывало и хуже. Бывало и очень плохо. Угу. Так плохо, что капец. Ага. Так, ну, я даже хз. Мне даже хз. Ну, что именно? Какой бы мне лучше себе шлем выбрать? Какой-то. Думаю, что если я тут поулучшаю, то вот это вот выберу, эти наручи. Ну и шлем, наверное, хилящий возьму. Блин, мне до сих пор, а мне еще долго не будет хватать на ту деталь для шлема, которая мне нужна. Что за деталь? А там дракон такой есть у самурая.